Для надежной работы систем электроснабжения необходимы точные измерения. Даже незначительные отклонения в работе оборудования могут привести к сбоям и авариям. Именно поэтому так важны измерительные трансформаторы. Они фиксируют показатели тока и напряжения на всех этапах, от генерации до потребления. Но в этой цепочке есть места, где измерения сложно реализовать за счет технических ограничений существующих измерительных устройств, трудностей их установки или высокой стоимости таких работ. Это серьезно снижает надежность сети и управляемость процессов. Компания Profatec представляет технологически новый продукт – оптический трансформатор тока типа «гибкая петля». Это компактный прибор, который позволяет быстро организовать точку измерения даже в самых труднодоступных участках систем электроснабжения. Оптический трансформатор типа «гибкая петля» состоит из двух частей – гибкий измерительный оптический элемент, состоящий из специального магниточувствительного оптоволокна, помещенного в изолированную оболочку. Гибкость чувствительного элемента позволяет устанавливать его вокруг токоведущего шинопровода любой конфигурации. Блок электронно-оптической обработки помещается в стандартную 19-дюймовую стойку. Также этот блок может устанавливаться в пластиковый защитный кейс, что обеспечивает его мобильное перемещение и позволяет проводить высокоточные измерения непосредственно на объекте. Оптические трансформаторы тока типа «гибкая петля» компании Profatec могут применяться на всех участках систем электроснабжения от генерации до потребления. При передаче электроэнергии, особенно в крупных городах и на переходах через препятствия, воздушные линии электропередач переходят в подземный кабельный участок. В местах перехода устанавливаются переходные кабельные муфты, на которых очень сложно реализовать систему измерений. Очень часто такие измерения просто не производятся. Оптический трансформатор типа «гибкая петля» компании Profatec монтируется вокруг кабельной муфты и таким образом создает точку измерений непосредственно в месте перехода с воздушной на кабельную линию. Это позволяет выполнить его монтаж в самых стесненных условиях, без необходимости дорогих строительно-монтажных работ и длительного отключения оборудования. Для стабильной работы подстанции необходимо измерение параметров тока на всех участках. Для этого используется стандартное измерительное оборудование. Но если необходимо измерить ток, а места для установки дополнительных измерительных трансформаторов нет, то можно использовать оптический трансформатор типа «гибкая петля». Оптический трансформатор выполняет ту же функцию, что и обычные измерительные трансформаторы. Но за счет своей компактности и простоты установки дает большую гибкость при проектировании и реализации точки измерения даже в самых труднодоступных местах подстанции. Оптический трансформатор тока типа «гибкая петля» производства Profatec – это компактное, высокоточное и надежное устройство. Вся технология производства уникального магниточувствительного волокна и измерительного трансформатора на его основе компанией Profatec обеспечена гарантийной и технической поддержкой. Благодаря оптическим трансформаторам тока типа «гибкая петля» производства Profatec можно измерить ток с эталонной точностью там, где раньше его не удавалось измерить и обеспечить надежную и бесперебойную работу всей системы электроснабжения. Компания Profatec производит и поставляет интеллектуальное оборудование завтрашнего дня уже сейчас.